откроет сегодняшний концерт ансамбль «Дурдана». Это, конечно, такие звезды нашего шоу. А они выделяются своим талантом. Они выделяются своим энтузиазмом. Они выделяются своей любовью к жизни. Нету слова «старение». Есть слово «жить», «любить жизнь». Вот в этом ансамбле есть это. И помимо этого у них очень крутой талант. Они играют на всех инструментах. Причем заметьте, что наши народные инструменты. Это не просто играть на дутаре или на дойре, но и на камушках вот этих. А это очень-очень сложно. Наша цель – воспевать великие народные песни, достояние наших предков. Конечно, в нашем возрасте, когда нужно сидеть с внуками в домашних хлопотах, это нелегко делать. Но мы стараемся не бросать наше общее дело и делиться с публикой нашим народным достоянием – песнями. Мы получаем от этого удовольствие. Искусство для нас – истинное счастье. Мы работаем в Доме культуры Үштепа, который находится в Ташкенте. После нашего выступления на шоу молодое поколение наших артистов взялось помочь нам придумать образы. Мы решили сшить одинаковые яркие костюмы, продумали все детали выступления. Изначально мы воспеваем достояние и жемчужину нашего народа – фольклор. А в этот раз мы попробуем сделать попурри из песен эстрадных вокалистов. Нам, как исполнителям фолка, к тому же в нашем возрасте, не очень легко исполнять заводные эстрадные песни. Это заставило нас даже задуматься. Правда, девочки? Это выглядело для нас не очень уместно, если честно. Но в итоге мы нашли решение. То, что нас, народников, выбрали и пропустили до полуфинала, это уже счастье. Участие в полуфинале для нас честь. Мы выступаем от имени новейшего Узбекистана. Для нас это честь стоять на сцене в таком возрасте и петь в эстрадном жанре. Конечно же, мы пришли с большой надеждой на гранд-финал. Думаем, у нас это получится. Дай бог. Наш фольклорный ансамбль «Дурдана» участвует в шоу Central Asia's Got Talent, представляя узбекские национальные песни. Они вносят большой вклад в распространение узбекского фольклора и культуры по всему миру благодаря этому проекту. Мы желаем им удачи. Чтобы достигнуть этого уровня, они очень много трудились. Песни наших бабушек, которые они исполняют, находят путь к сердцу каждого слушателя. Фольклорный ансамбль «Дурдана», мы с вами. Спасибо. Спасибо. Настоящий пример для подражания. Смотрите и учитесь. На сцене «Дурдана».
неповторимые Дурдана. И, конечно же, наша очаровательная Ситора подарила нам спасибо. Столь красочный номер. Рахмет. Халайсидар. Отлично. Понравилось выступать в полуфинале? Нам очень понравилось выступать в полуфинале. Это придает много сил и энергии. Мы как будто помолодели и очень счастливы, что представляем нашу страну. Надеемся, что будем и дальше выступать от имени своего народа перед зрителями. Керемет, керемет, университет Тыңыздер. Серика, ты просил Дурдану показать шоу. Как считаешь, у них получилось? Я не сомневаюсь, что получилось. Очень крутая находка начать ваш попурри с международного хита в таком национальном узбекском прочтении. Это была очень крутая фишка. Я думаю, многие это оценили. И потом такое возвращение к истокам, продолжение в том же ритме, что вы даже Ситору сподвигли, прекрасно ее включили в свой коллектив, продолжали также блистать. Спасибо, спасибо. Ситора. Очень красивый, яркий, молодой коллектив Дурдона. И я почувствовала вашу энергетику. Вы настолько красивые, настолько был номер красивый. Я горжусь тем, что нашу страну представляют такие прекрасные, красивые, талантливые девушки. Вы достойны, вы заслуживаете вот этих аплодисментов. Спасибо. Спасибо. Пока вот у нас есть такие матери, да, я думаю, мы всегда будем живы и здоровы. Я представляю, как радуются за вас не просто дети, а внуки, внучки. Может, и уже есть и правнучки. Мы же, да, да, машалла. Да, это очень здорово. Я поздравляю. У Флоры 5 детей. Так. 14 внук-внучата. Машалла. У нашего руководителя Махмуза Баймурзаева у нее 4 детей, 16 внук-внучаты. Вот это вот яркий пример тому, что вот площадка Central Asia Got Talent не имеет ни границ, ни возрастных, да, как говорится, да, ограничений. Рахмет. Спасибо. Рахмет. Спасибо, Дурдана. Удачи. Рахмет. Today.